Лето – пора прогулок на свежем воздухе. А учитывая то, что в Видном сейчас функционируют 3 облагороженных парка, люди с удовольствием проводят здесь свое свободное время. Молодое поколение видновчан предпочитает активно проводить каникулы и пользуются городскими спортивными площадками. А родители рады большому количеству современных детских площадок, где созданы все условия для их малышей. Гуляем в парках, в детском городке. Вот, возле Искры гуляем, очень хорошо. Мы просто гуляем, играем в футбол, вот, занимаемся музыкой, и мы за здоровый образ жизни. Много в нашем городе появилось всяких хороших площадок детских. Очень хорошая тенденция. Город хорошо в этом направлении развивается, и мне нравится посещать все эти площадки, с детьми гулять. Хочу, чтобы это все продолжало развиваться. Летом в Видном проводится много различных мероприятий. Концерты, акции, флешмобы, игры. Например, в минувшие выходные в Тимоховском парке состоялся молодежный квест по морскому дну, приуроченный к празднику День Нептуна. Все желающие могли принять в нем участие. Подобные квесты в парке проходят на протяжении всего лета и пользуются большой популярностью у видновчан. За 1,5 месяца людей стало больше, им это стало интересно. Но есть и то, чего людям не хватает. Например, художественных и фотовыставок. Именно желание духовно обогатиться заставляет их выезжать в Москву. С удовольствием бы сходили туда или на ту или иную выставку. Мне кажется, было бы неплохо. Скоро видновчан ожидает большой праздник. Это будет уже не лето, но ждать осталось совсем немного. В середине сентября город празднует свой юбилей. И у людей будет возможность провести насыщенные выходные. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.